Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас нахожусь в Греции. Рядом у нас находится поселок Посидея. Мы сейчас будем с вами инспектировать отель Portos Beach. Стоимость данного отеля с вылетом из Минска 1700 евро на двухразовом питании, 11 ночей, 2 человека. Если вы хотите в этот отель или в другие отели, вы можете обратиться в нашу компанию, мы будем рады вам помочь. У нас на сайте есть удобная система онлайн-поиска и система онлайн-оплаты. Наш сайт viking.by. Ресепшн отеля. Бар на ресепшене. Главный ресторан. Можно выйти на улицу, я так понимаю, кушать здесь. Отель зеленый, красивый. Было именно так. Мы идем на пляж, проходим всю территорию. Территория зеленая, красивая. Все чисто, аккуратно, ухоженно. Вот, смотрите, туристы, которые проживают. На берегу моря растут сосны. Здесь хорошая тень. Волейбольная площадка. Пляж отеля небольшой. Здесь мы видим песок, немножко камушка. И при входе тоже есть камушки. Ну, галька небольшая. И потом опять песок начинается. Друзья, спасибо за просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал и был полезен, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. С вами был Лосинок Евгений.